Дорогое, молодое племя военмеховцев, яркое, смелое, горячее, креативное и ищущее, очень рад вас приветствовать здесь, в стенах вуза, который я закончил более 50 лет назад. Но каждый раз, когда я прихожу в стены нашего института, университета сейчас, сердце у меня начинает биться сильнее, кровь приливает в голову, и дышать становится тяжело. Потому что гордость нашим институтом – это есть внутренняя потребность каждого нашего выпускника. И мы знаем, вам уже сказали, сколько талантливых, великих, разнопрофильных людей вышло из стен нашего вуза. Сколько было выдающихся космонавтов, ученых, героев, конструкторов, политических деятелей. Вы это знаете хорошо. Но я не буду долго эту тему развивать. Скажу только две, на мой взгляд, важные вещи, которые мы должны помнить. Мы помним, что мы обязаны учиться. Учиться, потому что... И в первую очередь, конечно, от преподавателей, учителей, профессоров. Мне не приходилось видеть плохих учителей. У каждого что-то есть. И ваша суть, ваша основа должна быть в том, чтобы это зерно у каждого вас обучающего взять и заложить в себе. Учиться надо друг от друга. Учиться надо младшим курсов от старших, старшим от младших. И вот тогда, в наше время, время, когда многопрофильность, когда интегрированность знаний, системность понимания мира выльется в те компетенции, которые вы должны вынести отсюда, с тем, чтобы стать теми великими, о которых мы говорили выше. Именно поэтому самое главное – нести в себе зерно, зерно горения и желание узнать. Узнать, потому что многофункциональность знаний сейчас увеличивается с каждым разом. Вы должны понимать, что в информационный век, когда по экспоненте увеличивается количество знаний и, значит, информации в наших головах, только системность позволит правильно выбрать тот вектор, по которому вы пойдете дальше. Начало, точку отсчета этого вектора вы уже выбрали. И дай Бог, всегда вам правильно идти по этому вектору. Держите его, побеждайте. Находите то, что нужно найти. И достигайте тех вершин, которые заложены в лозунге 1932 года при основании института. Военмех лучше всех! Все вместе! Военмех!